Не, ну фильтры фильтрами. Я сейчас в башне Федерация Запад. Иду с процедуры. Это мне только сделали сейчас губки. Вот, какие они будут потом, после коррекции. Ну, надеюсь, хорошая реакция. У меня, конечно, была потрясающая. Это татуаж. Микроблейдинг. Ну, так выдержала нормально. Тут очень красиво. Хотела поснимать на 33 этаже кабинет косметолога. Вот. Ну, как бы было не до этого. Делала микроблейдинг бровей и губ. Но все это спадет и будет красиво. Тут вот в чем дело. Настя сделала аккуратненько в расчете, вот когда она пальчиками вот так вот делала. Вот губки получились симметричные. Но с учетом того, что у меня вот эта вот сторона провисает, и здесь у меня очень сильный как бы тоже. Вот, они получились несимметричные, то есть нужно будет корректировать.